Всем привет! Меня зовут Виктор, это 7 Days, и это запись моей 77-й судной ночи. Так как, ребятки, на стримчике у нас это не получается сделать, поэтому я, как и обещал, запишу видосик, чтобы вы могли это увидеть. В настроечках я маленечко поколдовал, то есть, ну, сложность у меня не такая высокая, да? Здесь я, короче, отключил сброс груза с самолета. Он, по сути, мне уже бесполезный, только самолет летает, отвлекает. Ну и, короче, отключил этот обновление лута, короче, я себе отключил. Потому что уже тоже, блин, локации огромные, лут обновляется, не успеваю все исследовать. До начала судной ночи осталось 2 часа. Как по старой доброй традиции, я вам сделаю краткий обзор, экскурс. Покажу, чего я там намудрил за кадром. То есть то, что вы должны были увидеть на стримчике, но, в принципе, увидите на видосике. Вот. Ну и потом уже будем, соответственно, встречать Орду. Будем встречать Орду. Очкую, конечно, жестко, блин. Не знаю, как пройдет. Встречать будем со стороны снежного биома. То есть сложность будет увеличенная. То есть на данный момент, если у меня сейчас этап игры 158, то биом даст мне примерно где-то 270, наверное, думаю, сложность. А там, короче, наверное, и демолишер, и все в подряд будет. Так, давай глянем, что у нас. Так, здесь ничего не готовится. Здесь порох. Порох нам не нужен. Здесь все готово. Здесь цемент крафтится, фармится. Все отлично, ладно. Давай, отгоняем тачку. Так, автожир я себе еще не собрал. Двигатель, оказывается, я все двигатели пророзобрал, и поэтому ни хрена у меня двигателей не осталось, чтобы сделать автожир. Это я уже буду за кадром потом искать. Все, тачку ставим в безопасное место. Вот. Короче, еще такой вот небольшой вам открою этот завесу, чем я тут занимался вне кадра. В принципе, наверное, большую часть времени после стрима я этим и занимался. Скатался там на одну или две миссии, потом делал это. До конца еще, правда, не доделал. Задумка у меня в голове есть, но пока это вкратце объясню, что собираюсь делать. Короче, копаю вот такой вот колодец. Хочу докопаться до самого дна. Я уже не знаю, сколько времени. Блядь, часов, наверное, 8 или 10 реала времени копаю. При помощи бура копаю. Половину выкопал киркой, потом остальное копал буром. Короче, хочу докопаться до самого низа, а потом просто прорыть ход к реке и затопить его водичкой. Построю там определенную конструкцию сооружения и хочу это одну ночь попытаться встретить в этом бункере. Посмотреть, как там зомбаки будут плавать, тонуть, что там они будут делать. Все, погнали на экскурсию, короче. Так, здесь я, как и говорил, я поставил... Блин, ёпты, чуть на мину не упал. Глухую стену, короче, поставил. Они, в принципе, с этой стороны и так не шли, но на всякий случай поставил глухую стену. Здесь, в принципе, без изменений. Единственное, что убрал турельки отсюда, чтобы они не это там не стояли, не стреляли. Дробовички на месте вот эти оставил. Это уже у нас финальный будет этот аван. Так, мне, кстати, надо вот эти дробовики. Вот эти надо будет перенастроить. Так, они заряжены. Сейчас сразу проверяем, все зарядка, да, как обычно, по традиции. За 2 часа до кипиша начинаем это все делать. Так, давай-ка мы сейчас тебя включим. Я тут маленечко перераспределил. Опа, а ты у меня... А ты у меня, оказывается, и не запитанный, да, ёптыть? А, подожди, подожди, ты же меня запитан от этой, по-моему. Ты от этого запитан. Да, все нормально, запитанный. Так, ты у нас херово, конечно, стоишь, короче. Вот так вот пусть стоит. Ты у нас будешь... то я что-то это попутал. Я маленечко питание перераспределил. Этот пусть будет сюда смотреть. Этот у нас куда-то и так вниз пялится там, да? Не очень-ка. Подожди, ты какой? А, вот сторона эта. Да подожди, бля. Так, это сюда. А, я не тебя хватанул, блин. Думаю, не с той стороны что-то смотрю, какая-то фигня. Так.
хз, как этот будет стрелять у меня тут, да? Решетками там все закрыто. Ну, хрен с тобой, вот так вот стой. А ты у нас стой вот так. Все, это мы настроили. Так, мясорубки. Так, те две мясорубки у меня обесточены специально. Мощи не хватало, генератор не стал следующий ставить. Там мясорубки работают, турельки. Идем проверяем турельки. Так, дротикомет у нас... Бля, я не взял этот. Так, это включено с патронами. С патронами. Включено с патронами. С патронами. С патронами. С патронами. Все отлично. В общем, удлинил. Как и говорил на стримчике, удлинил на 5 блоков. Поставил эти электрическое заграждение. Поставил мясорубку, полосу препятствий с мясорубками. Потом этот замедлитель. Задача турелей валить уже тех, кто здесь будет проходить. Так, это все. Это активно. 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 Да, активно. И это у нас активно. Все, все турельки активны. Все активно. Так, сверху что у меня тут? Пихалыч. Штука бесполезная. Тут тоже пихалыч. Эта херня у нас. Дробовик активно. Так, а ты у меня куда, собственно говоря-то... Стреляешь, дробовичок. Просто вперед. Подожди. Просто вперед. Блин, давай ты вот сюда будешь стрелять у нас, а? Как тебе эта идейка? Дробовик, сюда стрелять. Раз ты у нас задействованный, то стреляй сюда. Так, стоп, не падать. Так, ты у нас на эту штуку смотришь, да? Ну, это если вдруг кто-то там прорвется, типа... Вот он там и стоит у нас на этот случай. Все, давай выключаем. Сразу заправляем. Выключаем, заправляем. Все, у нас остается час. Так, поэтому остается час. В принципе, здесь все проверили. Все работает. Работоспособно. Из вооружения у меня будет автоматический дробовик, снайпа с бронебойкой и усиленными патронами. Ну и, соответственно, взял пулемет. На случай, если уже реально не буду успевать отстреливать со снайпы. Будет у нас пулеметик. Все. Так, я забыл взять... Как он там сраный называется-то этот... нож давай сюда уберем. Вот эту штуку. Стриппер, ё-моё. Стриппер не взял. Если вдруг в процессе там что-то придется хреначить. Затарился полностью чинилками тоже. Так, глинец... Так, тут у нас что? А, тут свинец плавится, а у меня еще... А это весь свинец, который у меня остался, или еще есть? Да закинем тогда. Так, по-моему, свинца нету, селитра. Ага. Так, вот эти... Блин, да не... Ну, в принципе, отмычки и блоки вот эти можно выложить. Хотя, зачем, да? Непонятно, но хрен с ними. Отмычки... Блин, это багованный слот этот. Отмычки мне тут точно не пригодятся. Так, попить есть, поесть есть. Да. Ох. Очково, очково. Все, давайте залазим. Залазим на высоту. То есть моя задача, как снайпера, будет отстреливать демолишеров. И, в принципе, таких этих... Ну и токсиков, конечно же, отстреливать. Так, давайте смотрим, запоминаем стату. Этап игры 158, врагов 80-52. Посмотрим под конец, что у нас будет. И вот здесь смотрим, какой у нас этап. 280-й, ну в принципе я так и говорил, что примерно где-то 280-й этап у нас будет в снежном биоме. То есть у меня есть преимущество, я могу выбирать на своем этом посту, где встречать ночь. Либо с этой стороны, либо с этой стороны. Прошлую ночь я встречал со снежной стороны, поэтому эта ночь тоже у нас будет со снежной стороны встречена.
Так, я думаю, мне, наверное, надо будет начать атаку с высоты, вот оттуда. Смотря с какой стороны они еще побегут. Я думаю, они должны побежать сперва с этого бока, как и в прошлый раз. Отсюда начнут. Поэтому мне, в принципе, надо будет с этой позиции отстреливаться. Так, а чё мы это? Четверка, где у меня? Тут надо вот это было. О, блядь. Ай, ну нахера бетон? Мне вот эту штуку надо было заделать. Ладно, хрен с тобой. Просто они там, если столб тот снесут, то смысла нету, все. Маленько укрепили. Хотя там они снесут, если... Что там снесут? Если я вот здесь буду стоять, я, в принципе, в это удержаться должен. Так, все, давай, включаем оборону нашу. Так, я думаю, возможно, сперва мы начнем с этих, с усиленных патронов. Потому что демолишеры, я не думаю, что побегут сразу в первой волне демолишеры. Наверное, уже ближе к полуночи демолишеры будут, либо после полуночи. Поэтому бронебойные пока тратить не будем. Пока будем с этого стрелять. Так, это заряжено. Все, заряжено. Пулич заряжен. Ништяк. Давай, зажор теперь по полной программе. Так, это мне компенсация урона. Это не для ближнего боя. Так, вот этих две сразу захавываем. Это. Витаминков. Так, давай, болеутоляющее. Так, поесть. Ну и, соответственно, попить. Две бутылки надо бахнуть. На 77-ю ночь забафался, как, блядь, на это вообще прям на апокалипсис какой-то просто. Ох, блин. Надеюсь, мост выстоит. Пять минут. Так, 7. Вроде все разменилось. Все, началось. Откуда вы идут? Вон оттуда вы идут. Блять, тулка уже работает. А куда идут? Так, пока идут. Нормально. Блин, турель не должны были туда стрелять. Но добивают. Ладно, хер с ними. Патронов много потратит просто турель сейчас. А какая из них работает? Все-таки надо было Форт Байт захавать. Куда они бегут, собственно говоря, я понять не могу. Они... А! Так, ну до этой они еще ни один не дошел из них. Где они там слабое место видят? Thank you.
Да ё-моё. Блять, они все на этот бок идут. Ну-ка давай их сюда переманим. То они мне быстро там это лопасти выведут из строя. Они все на тот бок щемят, блин. А я понять не могу, почему они все туда стараются идти. Ну-ка, сейчас на этот будут идти, нет? Я там с того края стоял, что ли, или что? Так, кто-то прорвался до первой электрозащиты, по-моему, там, да? Там удобнее, короче, они оттуда и идут просто. Бронебойные, конечно, лучше справляются. Если что, на следующую бронебойных наготове. Запас есть. Я вот боюсь, а что, как они в прошлый раз начнут здесь это. Ой, блядь. А ты как туда попал, мудень конченый-то, блядь? Слушай, как он туда попал, откуда во, блядь, пролез? А, откуда-то... понял. Ёбаные шакалы. Ой, блядь, не то взял. Вот эту штуку. Блять, ни хрена себе, а? Ну, у меня получается, да, косяк с ловушкой. Они падают и туда пролазят. Все, тогда мне надо караулить там эту. Ползком проползают, когда падают. Вовремя заметил, то он бы мне сейчас там этого пастухов бы разнес всех. Токсиков нету, это радует. Так, турелечка, дробовик заработал. Так, с этой стороны у нас что там? Никто не шарится в этой. Так, надо, наверное, мне спуститься там, пропеллер починить. Давайте, держите вентиляторы. Так, что у нас тут? Так, эти у нас что?
что значит с утра не размялся, блин. Стрельба вообще не идет. Так, что там по патронам у меня? А, пустая. И это пустая, блин. Ну все, у нас эти заканчиваются. Блять, а только полночь, 2 часа прошло. Чем дальше, тем турели менее эффективные становятся. Либо их надо распределять по-другому, потому что они патронов очень много выплевывают. Либо отказываться от них в пользу дробовика. Так, закончились патроны эти. Давай пока этими поснайпим. Так, все это получается первая волна только у нас прошла. Тут у нас кто? Оттуда вы должны уже демолишеры пойти. Так, пока не подошли, время для починки тогда у нас сразу. Что мы тут чиним? Лопасти, чиним лопасти. Пропеллеры чиним. Страдают они очень жестко. Так, токсики идут. Где? Где это? А, вот он ты. Опа! А вот она, Илюся. Вот она, Илюся идет. Сука! Лежи, падла! Так, этого сделали. Thank you.
ёптать. Кислота, короче, с той стороны все идет, и понятно. Дрон, ты меня лечить-то собираешься там или нет? А? Ебать, демолишер прошел. Еби. Ребятки, извиняюсь за маты, короче. Цензурироваться это ничего не будет. Проворонил демонов. Ладно, вроде это, активации у них не было, это хорошо. Сейчас там демолишер рванет. Да откуда вы, ебаные шашлыки? Вы от кеда пробегать-то умудряетесь? Кто меня тут бьет, блядь, где ты тут, скотина? Короче, у меня этот дрон, шляпа вообще бесполезная, блядь. Ты нахера, блин, я тебя взял, чтобы ты меня хилил? А ты чё стоишь тут, блядь, щелкаешь, блин, а? Мудень, блин. Так, надо походу спускаться снова чинить. Так, демолишеры кончились, походу, или чё? Время сколько? Час доходит. Блин, ну вроде еще должна быть война демолишеров. Вон эти бегут. Обгорелые. Так, дробовички стреляют. Так, а вы с кем там работаете? Кто там проходит? Опа! Лопасть встала. А лопасть, ты чё встала? Чё случилось? Лопасть. Так, тебя обесточили или чё? Блин, так, мне сломали... Пастуха одного сломали. А чё произошло, блядь? У меня один пастух сломан дальний. Или ты не работаешь, или чё? Ладно, два еще есть, в принципе. Два еще есть.
На двух тогда работаем пока. И плюс еще следующая линия. Оборот. Ах, вы ж сраные шашлыки. Так, токсики поперли. Режет, падла. Сука. Так, надо с токсиками разобраться, блин. То они поохренели тут. Ёптыть, вы откуда, я вас не вижу всех. А, или это птицы там токсинят, или чё, я не понимаю. Где? Где кто, блядь, токсик? Кто-то... А, вот они. А они по низу идут. Так, походу мне надо менять эту позицию для атаки, да? Этот прям из-под воды атакует. Подключить, блин. А что с ней? Они ее в нулину уничтожили или что, блин? Непонятно. Оба-на! Сучка. Активировался. Блин, я думаю, что я их не вижу. Они просто из-под воды, эти токсики, раскидываются, блин. Я думаю, откуда они херачат по мне? А он вон в воду ушел и из воды будь здоров, блин. Так, ну-ка давай, 7. Ты. Вон туда. А, там проведено, но... Там проведено, получается. Да, блядь. Но он не крутит почему-то. Поломан, походу, жестко, да? Так, мне надо умудриться туда прорвать, пройти, но не тронули же от меня. Так, 7-6. Бля, я не могу подойти ближе. Надо, по-моему, с этой стороны как-то умудриться. Да, все. Восстановили питание. Так, 2 часа уже практически. 2 часа осталось обороняться. Так, ну демолишеров уже, в принципе, не должно, по-моему, быть на этом этапе. 2 часа осталось. До дротиков они так и не дошли. То есть они еще первую волну, первую эту линию не смогли преодолеть. Так, это кто там? Димка? Нет, это не Дима лишь. Просто. О, все. Атака на ту сторону перешла. Ебаный. Все, не, демолишеры все-таки еще против. Ну,
по-моему, здесь уже этих не будет, кислотников с этой стороны. Не, вон идут эти еще полицейские оттуда. Так. Куда? Куда стоять? Все. Демон минус. Так, они опять мне сломали.
чё ты лезешь-то сюда через стены, ё-моё? Так, час остается до завершения. Оба! А вот это хуета жестко. Ой, блин, нахер перезаряжаешься же. Да где Токсик? А, вон он, сука. Так, что-то у меня тут искрит. Чё искрит? Чё вышло? А, мост, блин, искрит. Я думаю, что там гудит? Точнее, ограда, блин. Так, демолишера, по-моему, там одолели они. А, нет. Блин, у меня все эти исчезли. Все мешки с наградой исчезли, которые в начале были. Капец, блин. Половину награды просрал.
первый прорвался, смог вот до сюда дойти. Через 4 часа практически оборот. Это... Через 4 часа практически обороны первый смог пройти. И под финалочку 2 демолишера еще пришло. О, нормально. Все, утро. Добиваем остатки этих тварей. И празднуем победу. А, ты живой, что ли, еще? То вроде все, ребят. Так, давай сейчас эти выключаем. Выключаем. Так, все, короче. Пережили. У, мост снова выстоял. Снова выстоял мастецкий. Ох, патронов было потрачено. Так, с этих, с демолишеров, вот эти оранжевые сейчас лутанем, посмотрим, что там. Так, всякая пурга, да. Ну, давайте это в целом, в принципе, лутанем, чтобы увидели, что тут у нас. Так, вот это я разбираю на журналы, разбираю на бумагу, потому что мне, в принципе, их уже читать. Ну, очень много. Очень много пропало этого лута. Вот, блядь, это мудень вообще меня не лечил. Вот ты нахер мне нужен, скажи, пожалуйста, елки-палки, а? Бот, а бот, блядь, нахрен ты мне нужен, если ты меня не лечишь? Я тебя поставил специально на подхил. Хрена ли ты выеживаешься, не лечишь? Да, вообще прям пшик остался после того там. Поначалу вон сколько там надолбили, нападало. Надо было это, когда передышка была, там они с той стороны перли. Получается, надо было лутаться там нам, да? Ох, ботяра, ботяра. Какой же ты гад оказывается-то, да? Ботяра. Дрон, точнее, не ботяра. Так, ну что, это вроде все получается у нас. Все, что осталось после набитого. А, не, вот еще, кстати, кучка. Кучка не успела раствориться, это хорошо. Ну что, радует, в принципе, что они не это, даже не это, не дошли, по сути, до второго этапа обороны. Это уже как бы хорошо. Так, это мы ломаем. Так, ты сюда. Там один слот только остался, под что? Так, херня какая-то. Ну и тут вот такое вот. Все. Они до сюда даже еще не дошли, получается. Так, ну, надо будет думать. Ну, в принципе, получается, это рабочая тема, да? А, здесь мин... А, нет, вот пропеллер, короче, тут живой, живой. Мне вот непонятно, как вот сюда. Ну, скорее всего, когда он вот здесь вот упал, он прополз и там вылез. Потому что, ну, тут все целое вокруг. Я не понимаю, как он туда пробрался, короче. Но это все вокруг целое. Вот эта вот штука прям очень хорошо их сейчас держала. Надо будет решить вопрос с турелями, чтобы они не палили раньше времени. Потому что израсходовали патроны гораздо раньше, чем я планировал. Вот. Поэтому вопрос с турельками мы еще решим. Ну что, ребятки, на этом тогда я закончу видосик. Всем спасибо за просмотр, спасибо за лайкосики. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Ну, до новых встреч!